Губернатор Воронежской области не будет закрывать кафе и рестораны в новогоднюю ночь. Готовы ли воронежцы рискнуть своим здоровьем и отметить Новый год в ночных заведениях, или же предпочтут его праздновать в кругу семьи? Сейчас мы это и проверим. Заведений все-таки я побаиваюсь. Застолье, елка с родными, близкими. Ну, береженого Бог бережет. Ну, удобно все те, кого ты уже знаешь, проверены. Гостей не будем звать. Так, дома. Дома? Конечно. А с кем? Одна. Одна? Конечно. Куда одинокому человеку в возрасте я ринусь? Это молодежь. Дома лучше. Домашний праздник. Да и вообще сейчас, сами знаете, вот это. Лучше бы не надо. Просто соседка придет, посидим и все. Больше нам ничего не надо. Шампанское выпьем и все. Посидим чуть-чуть, и часов до двух, и все. От ковида скончался муж. У меня большие неприятности, поэтому только дома, мои дорогие. Ой, сочувствую вам. Да, берегите себя. Новый год буду отмечать дома. Ну, раньше, знаете, я отмечаю, как отмечали, там в кафе ходили, ну, с сотрудниками. А сейчас в связи вот с пандемией, куда сейчас пойдем? Раньше цирк работал, все такие высели, и тюсы, все, с детьми можно сходить, с внуками. А сейчас куда? Не то, что боимся, но легче обезопасить себя. Зачем?